Нет, не дописал. Окей. И чат должен работать. Правильно? Правильно. Протомен. Ну что же за долбоёб, все время непонятно на кого работать. Хороший или плохой. Ведь не с первого врага, это хорошо. Это хорошо. Это звук уничтожения врагов странный. Типа можно спрыгнуть вниз. Тут чардж теперь больше по размеру и по-другому выглядит вообще. Опа. Нашли какое-то место. Буква G. И тут 8, как мастеров, как робот-мастеров. Надо пытаться запомнить, в каких уровнях я их находил, в каких еще нет. О, привет, Наталья. Только начали проходить 5-го Мегамена. Пока вроде нормальная игра. Тоже мне не хватает чего-то. Ау.
Вау, чё ты не допрыгнул-то? Я думал, допрыгнешь. Я хотел ешечку взять. До сих пор хочу. Ну, вообще, они есть и в других, но большинство в первом. Еще во втором там какие-то есть, но дальше их уже намного меньше. В первом их просто тьма. Куча зипов. Потом можно врагов одной пулей убивать, босса точнее. И так далее. Найс. Ну, первые мегамены, наверное, сложнее, чем остальные. Особенно если без багов проходить. Там никаких ешечек нет. У нас уже 5 жизней. Это первый уровень все еще. Уровень сам по себе достаточно простой. Длинный только. Сейчас у нас будет каменный мужик. Он простой уж совсем. Я даже не знал, кого бить-то. Первую встречу. Вжух и все. Да, ну может мне просто везет. На самом деле я не знаю. Надо тут постараться букву найти по возможности. Thank you.
побежали. Вот и буква. Готово. Две буквы есть. Лол, это забавно выглядит, когда он по лестнице слезает по измененной гравитации. А что, уже конец уровня? Что так коротко? Наталья, насколько я помню, здесь что-то, какое-то оружие, что ли, дадут дополнительно, если все буквы собрать. Вон, у меня есть две. Попробуем, может, у него камни действуют. Не, не действует. Здорово, Максон. Изи. Первый раз. Первый раз. Привет, Литл. Gravity Hold. Будем надеяться, я Мегамена успею сегодня пройти. Да пройду, наверное. Что это дает? Непонятно. Не знаю, Литл, как успеем. Я сегодня чуть раньше на обед уйду. А потом у нас кооператив будет на Денди. После обеда. Да. Затаймил. Сколько у нас жизней? 5. Ну, ко мне друг в гости придет. Поиграем. То есть у них еще паттерны тут есть, они не подряд быстро падают. Не знаю, Наталья, посмотрим. Battletoads и Double Dragon моему другу очень нравится. Так что у него точно. А остальное как пойдет. Наверное, стандартное что-нибудь, ЧПДЛов там каких-нибудь попробуем. Верен по одному. Не, они как какие-то непонятные паттерны.
Сейчас подвал падает. Потом меняется, похоже. В зависимости от того, где мы на экране находимся. Тоже по два. Нет, по одному. Сука. 1, 2, 3, похоже, он падает сейчас. Привет, пчел. Пролезли. Бля. Непривычно, обычно какие-то готовые паттерны есть. А тут паттерн, похоже, чуть более сложный, чем в обычных играх. А засиживаться на месте мне лениво, вот и я и прыгаю как идиот. Да, это пятая. Вчера четвертую проходили. Сложно сказать на самом деле. Первая, наверное, казалась сложной. А сейчас уже так идет. А у меня точно только реальное железо. Точно. Да, желтый дьявол, но если электричество и пауза, то желтый дьявол не проблема. Так-то без паузы Мегамен первый достаточно сложная игра. Дьявола еще постараться нужно убить. Я вчера тут уже мемесы пошли на название моего стрима. Вчера захостил чувака, у которого название стрима было нереальный железо. А я Илюху знаю под каким-то другим ником или только этим?
Мне казалось, что он особо сюда не заходил просто. Нет, это он был, это он был. Привет, Матис. Бля, я даже не подпрыгнул. Началось. Чел, ну таких точных правил нету. Я просто стараюсь выбирать то, что мне нравится. Наиграем на денде, не останется ничего, пойдем преимущественно на другую консоль какую-нибудь играть. Дотер не могу сказать. Я аниме в последнее время не очень часто смотрю. Не помню, когда последний смотрел и какое. Скотина, он вообще просто как из калаша валит свое говно сверху. Что будет после 1000 пройденных?
Да, пчел, ниндзя котов я много раз проходил, они у меня были в детстве, но он очень простая игра. Нет, не на харде. Ну что там за хард? С одного удара улетаешь, как во всяких других играх. Не знаю, не уверен, что мне хочется это сделать. То, что экран двигается, это то, что мы типа в поезде едем. Эй, я верю, что жестко. Там же хард еще, наверное, каким-то паролем открывается, правда? Ну вот она, буква. Мы с собаки сможем допрыгнуть. При определенном желании. Мантис, но он пока мне не кажется сложным. Хоть в чем-то. Тут они еще сделали эмочку, что можно восстановить энергию. И буквы можно собрать, чтобы оружие у тебя какое-то открылось в конце. У них жизни сыплются просто как горох. Восемь жизней. Вот чем хуже играешь, тем больше жизни получаешь. Пол. Что-то я не понял, дамажит оно или нет. Привет, Айвенга. Дурацкое оружие, это Power Stone. Дамажит. Попасть им сложно. Это первый босс, на которого мы специальным оружием убивали. Charge Kick.
Я когда-то Блич пытался смотреть, достаточно много смотрел. Но потом что-то эти филлеры и все это говнище надоело. One Piece, в принципе, нормально. Но я не люблю вот эти вот очень затянутые, на самом деле. Поэтому не смотрю их. Дает. Кажется, он не хочет. А, все понятно. Скольжение с атакой. Power Kick называется. Отлично, еще и вылечились. 8 жизней. Неожиданно было, что мне сейчас в задницу въедет какая-то ракета. Я думал, может, он меня не убьет еще одним ударом. Стоит на нем проверить что-нибудь. Кто он там вообще? Огненный, вот, наверное. Водное, может, на нем получится. Да. Удобно.
Напалм бомб. Похоже, подводный уровень. Наверное, здесь будет Бокува где-нибудь рядом с шипами. И нужно будет аккуратно сделать прыжочек. Да, ну все, аниме все обсудили, которое знаем. Ай, я хотел перепрыгнуть.
Короткие уровни какие-то и несложные здесь. Большинство. Либо длинный простой, либо короткий простой. О, на это вода действует, похоже. На звездного действует вода. Легко догадаться, легко, да. Черт, я хочу в туалет. Ждите. Гиромен остался. Это что-то про детали, что ли? Тут всякие крутящиеся в этом уровне будет, нет? Нет, видимо, это что-то вроде воздушного уровня. Оу. Спасибо. Так, сколько у меня жизни уже? 10? 9. Ну, надеюсь, мне этого хватит. Бля. Пью.
Вот она, буква А. Последняя. А тут как раз чекпоинт был, похоже. Все, собрали. Вот у нас есть бит. Это типа пчелу вызывает или что-то вроде. Ну это я не знаю, это не пчела, наверное, это какое-то робо-существо. На самом деле это робо-птица. Так, попробуем догадаться, чем его убивать. Этим можно. Тут мало. Стрела для полета тоже, похоже, не она. Наверное, с гравитацией вот это. Похоже на то, да. Мне лень тратить ешечку на него. Лучше умру. Ем мало, мне сейчас еще понадобится, наверное. В сравнении с количеством жизней, которые там выпадало мне. Протомен. Привет, Серж. А, конечно, это Протомен. Виноват. На самом деле нет, как-нибудь опять доктор Вилли. Тут слишком мало уровней, чтобы это было последняя ветка. В прошлой части доктор Казак был, которого дочку в заложники взял доктор Вилли. Так что ждем опять доктора Вилли или что-нибудь такое. Да, дочка Калинка — это вообще дичь какая-то. Калинка, Карл. Калинка. Они хоть знаешь, что таких имен-то в России не дают? Ну, конечно, может, кто-то и дает, но, как правило, нет. Я почему-то думал, что он сквозь нее провалится. Хотя она без водки была и без балалайки. Все хорошо. Не было. Только дочка Калинка в папахе. И Кремль, да.
Еще босс раша не был. Типа он сделал копию протомена. Но настоящий протомен все испортил. Доктор Лайт, я сижу в своей лаборатории. Приходи, если сможешь. Еще как минимум 4 уровня. Да, еще бы. Лол, серьезно? Чисто на запоминание. Привет, Angry Saber. Пылесос вонючий. С утра прохождения, а потом, когда друг ко мне приедет, кооператив будет. Опять опускающийся потолок. В предыдущем Мегамэне он тоже был. Это пятое. Фью. Мы здесь вылечимся. А то ничего нет. Я не знаю, откуда начинать буду. Thank you.
А я видел там бус. Попробуем найти какое оружие против него эффективно.
Нет. Только босс Rush, окей. Этого я пинком убивал, по-моему. Этого я убивал руками, но, наверное, на него бомбы должны действовать. Вот эти напалмовые. Похоже, это действительно так. Так, на звездного, по-моему, вода действует. Вот это. Хоть это и странно. И сейчас я вспомню, какой он, что там на него действует. Вот это, да? Может это? Нет. Нет. Его же оружие вряд ли на него действует в данной игре, хотя у других работал. Вот. Думал, сейчас обосрусь, как я люблю на последнем ударе. Так, что-то у меня осталось еще. Не оно. Power Stone, что? Это похоже, что нет. А, вот оно. Так, я думаю, что он нас убьет, если бы мы не вылечились.
последний. Чарджмен. Вот его, наверное, пауэрстоуном фигачит. Thank you.
Вести быстрее, Мегамен потолок держит. Похоже, прошли пятую часть. Огонь. Ну да, просто было. А может, я что-то из спидранов помню, вот каким оружием, например, последнего босса убивать. Хотя я бы и так птицу его пробовал бы. Потому что это специальное оружие и вроде последний босс. Четырнадцатая игра. В туалет схожу, и можно еще какую-нибудь игру пройти. Так, ну пока тут эти титры идут, я посмотрю, что еще у нас по вариантам на сегодня. Пум-пум-пум-пум. Ну да, есть три варианта, давайте их напишу в чат и проголосуйте. Да, Наталья? Только что. Вот вам три игры. Рокетир, Мун Кристал и Токи. Выбирайте. Спасибо. Привет, Разерблик. Мы только что прошли пятого Мегамена. Всё, давайте, выбирайте. Вот от Мантиса я вижу Мун Кристал. Angry Cyber за Токи. Кто еще за кого? А, ну понятно. А больше никто не хочет голосовать, я правильно понимаю? Так, ресет не работает здесь.